часов 6 вечера здесь вообще воды не было. К 7 часам приезжаю, у меня уже в дом зайти в сапогах только высоких. К 8 вечера уже вот вода была на уровне ниже, чем сейчас, на 10-15 сантиметров. Позвонил в ЕДДС, сообщил, что вот там свет остался. Быстро среагировала администрация местная, среагировали МЧС. К 8 утра я выхожу, тут уже ребята поплыли туда на лодке вытаскивать людей. Ночью поступили звонки, людей эвакуировали. 4 человека, 2 отказалось от эвакуации. Сейчас, на данный момент, вот мы стоим с вами на улице Октябрьской. Отсюда сейчас эвакуировали 3, причем пожилых людей, да, и 2 с улицы Чернова. Мы понимаем, что этот участок у нас в зоне риска подтопляемости. Была насыпана дамба. Сейчас все работают, и МЧС, и оперативная группа администрации работают, обследуют дома, которые в зоне подтопления. Значит, ездим по людям, спрашиваем, какая нужна помощь. Ну вот, например, на Терешкова сейчас подвалы начинаем откачивать. Работа ведется. Сотрудники быстро среагировали. Все вначале были эвакуированы маломобильные граждане, проживающие в учреждении, а затем все остальные. В настоящее время воды в здании нет, и территория частично затоплена.